Привет, с вами Руслан, вы на канале Паф, и сегодня мы продолжаем играть в Дельтарун, по-моему, Дельтарун, да. А в прошлой серии, уже не помню, мы что-то ходили, не ходили, у нас, короче, Дельтарун прям вообще заполонил наш с вами канал YouTube, потому что я хочу, наконец, ее пройти уже или пройти. Так, давай, знаешь, что попробуем, ву-ху-ху, ви-хи-хи, так, одиноко-одиноко мне, да, я читал это, читал, так, бла-бла-бла. Здесь, короче, я хочу сейчас выбрать, помните, был в прошлый раз выбор, сыграть с ним или не играть. Сейчас попробуем, давайте, сыграть. Найдите ключ, и я выпущу вас на свободу. Свободу. Ключ скрыт от глаз, старый лавочник знает секрет. Найдите ключ, и я выпущу вас на свободу. Старый лавочник. Какой такой старый лавочник, блядь. Хорошо. Так, давай сейчас поедем, короче, куда хотите поехать. Смотри, вот это, по-моему, я не знаю, тюрьма П1, этаж 13, давай тюрьмушка. Так, окей, мы в тюрьме. Теперь давай пойдем налево. Мы вроде налево не ходили, совсем налево. Так, это что? Не понимаю. А это что? Не знаю. Так, здесь мы, да, здесь Сьюзи открыла. Так, еще левее. Здорово, ты старый лавочник? Ага, даже меня арестовали. А я всего лишь пара глаз, куда катится этот мир? Окей, пара глаз. Так, пошли, может, там у Сьюзи рядом со... Так, ты кто? Спасибо за приглашение, эта мусорка восхитительна. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Так, ну ты в следующий раз думай, о чем ты, что ты делаешь. Так, здесь ничего. Здесь тоже пусто. Не знаю, кто такой старый лавочник и что нам вообще делать. Опа. Смотри, а тут все масти есть. И возможно... Справа налево, возможно, вот это как раз и есть пароль от того места, куда, помните, мы с вами, короче, приходили. Так, и мне еще, кстати, писали комментарии, там, куда-то там вернуться, торт, вернуть торт, погулять по миру можно будет, и вернуть торт этому мужику, который... Ты смотри. Вернуть торт мужику, который... Вот, подожди, 4 там или 5 было. Что я хотел сказать? Вернуть торт мужику, который из-за Сьюзи просрал. Давай, может, сейчас это и сделаем или нет? Это что? Так, трещина в стене. Интересно, что внутри. Еще одна стена. Так, это я помню. Какого черта у вас в камере есть мох? Несправедливо. В смысле? Какая разница? У меня есть кандалы. У меня есть кандалы, это я помню. Так, окей, хорошо, тогда идем сюда. Лифт, ну лифт я понял. Давай направо пойдем. Опа! Ты вы кто, блядь? О горе, мы три бывших короля, умоляем, спасите нас. Давным-давно мы правили вместе, но с приходом рыцарей все изменилось. Ох, мои алмазы, мои бриллианты, скажите мне, все ли с ними в порядке, ох. Так, ты что-то вообще какой-то, я не стал бы вас освобождать. Я был арестован за создание головоломок без лицензии. Как и клянусь, я больше никогда не буду составлять кроссворды. Так, хорошо. Ты кто? И меня заперли потому, что я не хотел с вами сражаться. Почему вы мне кажетесь куда лучше короля? Так, братец, я попробую тебя освободить потом. Раньше в этих клетках держали нас, животных, а теперь здесь все. Столько новых лиц, вернуть бы старые добрые деньки, когда эти мерзкие клетки занимали только мы. Так, я что-то знаю, что не могу понять. Ну вот мы их увидели, да? Звуки множества животных. Так, это я понял, там вот животные какие-то, животные. Ну хорошо, я попал сюда. Так и что здесь делать? Тут может что-то надо нажать? Смотри, они все в карцере. Так, может быть все-таки справа налево попробовать? Крести... так, крести, черви, буби... нет, буби, вот, подожди, это пика. Крести, черви, пика, буби, правильно? Правильно, крести, черви, пика, буби. Все, попробуем, потом попробуем. Как-нибудь потом обязательно попробуем. Ну и все, здесь как бы ничего больше нет. Мы сходили туда-сюда, давай сохранимся. Так, давай, хорошо. Давай сейчас тогда попробуем еще раз, куда хотите поехать. 13 этаж, это, по-моему... Нет, подожди. Так, давай сейчас посмотрим. По-моему, Сука, он сейчас опять появится. Ну давай уже, иди сюда. Полчаса мы будем с ним сражаться. Так, я надеюсь, это финал, потому что мне очень интересно, что же там будет в конце происходить. Так, исцеление, пощада, это нам не нужно. Давай, все. Хорошо. Автомат с содовой. Забавный, на самом деле. Это очень забавно. Тихо, спокуха. Тихо, смотри, падла какая. Ух ты, я красава. Так, пощада, смотри. Нет, подожди, верни. Действие, вот этот. Говорить комплименты. Теперь ты, пощада, вот это так.
Вот это, собственно, твоя внешность неотвратительна. Красавцы! Раз, раз, смотри, два, смотри, как могу. Раз, три, оп, четыре, оп, смотри, пять, оп, шесть. Хорош ты, блядь. Пощада, так. Сьюзи, пощада. Так, ты, пощада. Все, пощадили. Теперь главное отсюда не уходить, потому что меня очень задолбал вот этот тип. Мы каждый раз... Вот это что, блядь? Это семья короля, да? Мы пришли... Так, это лифт. Смотри, там что-то есть. Пошли туда. Так, а здесь что? Нет, вот лифт. В смысле, а это тогда что? Лифт на верхний этаж. На данный момент застрял наверху, пока что не поедет, пока кто-то не поедет на нем вниз. Так, это я понял. Нам, наверное, на верхний этаж и надо. Все, побежали. Вниз, по-моему, я ходил, я на самый верхний ходил. Вот смотри. Опа. Опачки. Пошли, 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 пошли. Оп, сюда. Сюда, 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 сюда. Оп, сюда и сюда. Подожди, там что-то было. Пошли, блядь. Ладно, придется здесь. Придется. Оп, 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 оп. Здесь что-то есть? Так, сундук. Хорошо, вы открыли сундук, в нем лежит что-то там. Выбрали предмет трефдвич себе в вещи. Хорошо. Расположи... Так, это что? Ну-ка. Замковый туалет, туз-валет. Занято, сука. Я думал, это дверь какая-то классная. Стоп, тогда идем сюда, окей. Спокуха, спокуха. Есть. Так, вроде сверху ничего нет, идем направо. Да пусть. Обманули дурака, так и червь все же соизволили выползти поиграть. Кто здесь? Ха-ха-ха-ха, дурачье. Кто это, король? А здесь есть правильзюсь карть, ваш самый могучий противник. Хоть вы и пробрались сквозь синие загадки, но они были сотворены чернью. Ныне готовьтесь величайшее испытание вашего бития. Так. Мытарствуйте, черви. Сосе величайшее испытание. А, как там толкнуть-то его? А как толкнуть? Подожди. Дай толкну. А, как толкать? Бля, я забыл, как толкать. А, подожди. Эй, черт, побери. Все? Открыли? Хорош. Я что-то не пойму, я думал, это какая-то быстрая будет локация. Типа мы сейчас на короля сразу идем, там все дела, 5-10. А здесь в итоге-то... Смотри, там наверх еще можно, пошли наверх. Вторая ловушка, да? Нет, смотри, еще наверх. Holy moly, shit. Так, теперь смотри, действие сразу же. Так, флирт. Защита. Вы попросили Сьюзи пофлиртовать с врагом. И фиг... тебе. О, Сьюзи, ничего страшного, если еще не знаешь как. Что? Заткнись, это не проблема. Уверена? Хорошо, смотри. Умник, я тебе покажу, гляди. Так, часто здесь бываешь? Сердце и голова почувствовала себе неловко и убежала. Вернись и дай пофлиртовать с тобой. Заебись. Тихо. Вы че? Подожди, так это же, они же как, ну, как они там? А, есть же, знаете, там, не знаю, воины там и так далее. Это же какие-то лекари, да, там что-то с лекарем связано, не помню. Так, давай вот это, хорошо, давай. Сьюзи, давай флиртуй, блин. Так, ты давай защиту. Вы попросили Сьюзи пофлиртовать с врагом. Фигушки, пусть этим займется Ральзой. Ну, если по-другому никак. Сердце, твоя красота просто неописуема. Твои волосы прямо как водопад из... Стоп, у тебя волосы или... Сердце почувствовало себя неловко и убежало. Ох, о боже, стой! Не так легко, а? Так, давай бей меня уже. Я готов. Сердце, это что? Тихо! Пиздец. Ты, как это возможно? Давай флирт. Защита. Вы попросили Сьюзи пофлиртовать с врагом. Боже, Крис, я не могу, давай без меня. Вы сказали несколько нежных слов, враги потрясены. У меня получилось. У меня единственное, да, у кого получилось? Тихо! Оп, есть. Спасся. Так, все, пощада. Так. Так, все, защита. Защита. Крис щадит врага, сердце что-то там. Так, вы победили, получили теневых долларов и всяких там приколюх. Там еще справа, короче, тип какой-то есть, по-моему, да? Или мы его тоже уничтожили? Так, здесь что? Опа, лестница наверх. Хорошо, а здесь что? Тут ничего. А здесь? Так. А тут сердце. Оу. За дом терпимости, блядь. Похоже на кровать. Хотите отдохнуть? Нет, не хотите. Это не ваша кровать. Так, здравствуй.
Сердце тепло посмотрело на вас. Ваши грехи по отношению к ней были прощены. Так. Похоже, сердце продало все сокровища и заменило их кроватями. Выглядит экстремально выспавшийся. Так, пошли, ладно. Здесь ничего интересного. Сука, это обман был. Прикинь, мы зашли сюда. Нет. Ну, мы теперь ничего не сможем сделать. Нам придется заново сейчас. Подожди, стоп. Куда атаковать? О май гарбл. What the fuck are you doing, man? What the fuck? Что происходит? Ненавижу, не люблю, когда враги появляются еще раз. И типа, из-за этого не получается так действие. Смотри, сердце. Так они, подожди, они все уже расфлиртованы. Смотри, пощада. Пощада. У-у-у, смотри, как быстро. Просто мастерски размотали. Хорош. Сколько получилось? 125. Все, пойдем. Надеюсь, там не будет сейчас второй, да? Все, не будет, да? Красота. Так, пошли. Наверх же нам надо, правильно? Наверх идем. Так, пошли. Так, буквы. Буквы, стоп! Что-то нажал. Язык. Показывает язык. Там что-то есть. Опа. Это уже интересно. Это уже очень интересно. Так, сюда. Сюда, пацаны. Сюда. Так, стоп. А если мы нажимаем... Что-то открыл. О! Открыл? Не открыл, в смысле, блядь? Дай открыть, блядь. Ай! Смотри, я что-то нажал, что-то там пооткрывал, но в итоге... Стоп, спокойно. В итоге что-то открыл, но все равно внизу закрыто. Ладно, хрен с тобой. Еще одна ловушка. О, нет, это не может этого быть. Эге-ха-ха. Не что вы посчитали, что на 7 конец... Неверно, настал час с вами познать мою истинную мощь. Узрите мое вовлечащее испытание. Вот вам. Хорошо, погнал. Там что-то нажать, да? Как-то, подожди, нет, опять забыл. А вот просто, блядь, все. Давай, пиздуй отсюда. Пиздуй отсюда, лошара тупорыла. Ах-ха-ха, ах-ха-ха-ха. Аки наивные черви. То не во... за правду было, пойми, величайшее испытание. Ибо у меня есть еще вот здесь. Мы можем взглянуть на него? Нет. Пиздец, тогда я не знаю, куда нам идти. Опа! Хорошо. Вы открыли сундук мята жизни. Вы положили предмет мята жизни себе вещи. Хорошо. Так, можем наверх, можем сюда. Давай сюда. Так, стоп. О, дай нам твой плащ, и мы смоем его в унитаз. Ха, которого у нас даже нет. Попробуйте бейсбольные мячики. Да, ешьте, пока не лопните. Они едят спорт. Мы можем сыграть в твистер. Просто не мешайте нам. Проигрываем даже сами себе. Стоп, это что? Деревья. Для тусовок. Сердце второй член группы, она жрец. Отвечает за еду на тусовке. К сожалению, заказанный ей торт был уничтожен где-то в поле. В итоге, короче... Этот торт нужно было отнести тому мужику. Видимо, и тот мужик бы принес его, собственно, сюда. Только я точно не помню, где этот торт, конечно, был. Но этот торт вообще почти в самом начале. Честно, я так не хочу туда идти. Я первый участник туса, отвечаю за урон. Убойный ритм, офигенный настрой. Так, хорошо. Короче, она магнитофон, он играет клубную музыку. Все. Окей, может быть, если мы сейчас потом пройдемся, мы обязательно с вами это все сделаем. Как бы по красоте, по приятности. Так, сохраняемся. Все, торт я понял, куда надо. Так, здесь что? Лавка. Что-то еще, смотри. Так, а здесь что? Здорово. Вы кто? Велосипед заботливо уложен в кровать. Я нажал. В смысле, блядь? Что-то должно было произойти, наверное. Там как... А, подожди, тут нарисованы еще пики, бубны, блядь. Это слишком сложно для моего тупоголовейшего мозга, друзья. Поэтому я... Давайте еще раз сохранимся. Поэтому я вряд ли смогу понять. Лавка, хорошо, пошли. Давно мы тебя не видели, котофей. Добро пожаловать в мою лавку, черви неблагодарные. Купить. У нас 1500. Припавилус. Утонченная приправа лечит 50 УЗ. Изящ шарф. Оружие улучшает исцеление. Броня защищает оберег. Так. Уйти. Все, что ли у вас есть? Давай изящный шарф, хорошо, ему купим. Потом оденем. Так, храп секира. Оружие героическое. Героически крутая. Так, это тоже возьмем. Все, хватит. Больше ничего нет. У тебя говорить, подожди, продать. Продать предметы.
Шок бубна там. Ух ты, а это что? Мята жизни. Не, ничего не буду продавать. Крут торт точно не буду продавать. Мне вдруг она пригодится. Так, говорить о себе. Азия Сингорцук, всея головоломк. Правильзуюсь карт. Среди моих увлечений краснописания. Познание законов, собирание жуков в клетке и долгие гуляния по темнице. Я не из моих, или ты поклонников черви? Зачем продавать нам? Ахахаха, дабы я смог нарастить капиталь черви, целый капиталь, дабы я мог измять вась аки забродивший виноград и сотворить и наивкуснейшую зрелую амброзию отмещения. И я невероятно хорош. Король. Наша мелочь король ясен грозный жестокий монарх. Одначе он также гений, ибо он символизли... соизволил назначить меня герцогом всея головоломка. Когда всех остальных они изгнали и заточили в темницу. Воистину милосерднейший правитель. Сын короля. Сын я его смутнейшей кучки блох. Он я вечно попрошаете сущие глупости и соизволить называйте меня младший отец. Мы не связаны никоим образом, ты водомерка. Я тешу тебя лишь твоего отца ради. И я не желаю слушать твои мелодии, моим ушам приятна лишь сладкая песня смерти. Хмяк, как оно и приживается. Так, окей, до свидания, боже, какой же ты глупый. Глупый. Увидимся в темнице черви. Да-да-да-да-да. Сказки мне не рассказывай. Это что? Опа. Окей, тут есть лифт. Хорошо. Лестница наверх. Так, мы можем вернуть торт. Не, давай торт потом. Стартом. Подожди. Стартом мы будем в конце разбираться, если будет такая возможность. Ты кто? Здравствуй. Довольно, червь. Здорово. Вам удалось обмануть меня и пробраться через иные мои испытания, но в бою я вас сражу, зрите, негодяи, готовьтесь к бою с... Чем бы они не было? А, мы уже встречались с этим, только корона другая. Выглядит так же. Верно, благодаря моему венцу управления я смею управлять любой дискообразной сущностью. О, нет, выглядит так, как будто ему больно. Так, верно, венец управления мучительный. Но я уверен, что все существо, что-то там, увидев такие страдания, переживете вы. Так, вот и оно опять. Так, в дамках. Ну давай, идея Сьюзи. Сьюзи, ты хочешь попробовать действовать? Оу, и какова твоя идея? Ну, как сказать? Мне, типа, понадобится твоя помощь. Ничего, Сьюзи, я помогу. Ты хочешь извиниться за то, что было ранее, так? Не, просто стой смирно. Крис, мы должны сбить корону с головы. Помоги мне кинуть в нее Ральдзе. А как? А, С, чтобы задать угол. А, нет! Сука. Корона едва пошатнулась. Хорошо. Так, до свидания. Я уже понял, что это охреневшая морда. Хватит? Так, еще раз давай. Хорошо, действия. Дамка. Сейчас все будет. Что за бред? Корона едва пошатнулась. Хорошо. Убрал свои секиры и секиросаны вот эти. Убрал, говорю, нахрен. Все, хорошо. Все, сейчас все получится. Теперь я знаю, что делать. Сука. Хорошо, давай еще. Давай, прыгай же, пиздюк. Ага. У-ху-ху-ху-ху. Ты что, совсем больной? Ебанутый. Сейчас получится, смотри. В дамках, смотри. Сейчас надо в самый верх. Опа, корона сильно пошатнулась. А, это еще не один раз! Вы чё, блин? Я и так... Ральдзе очень ранен. Корона с... так, действия. В дамках. Хорошо, бросить. Теперь я знаю, что делать. Корона сильно пошатнулась. Вы победили, получено 2 теневых доллара. Так, окей. Великолепно, воистину великолепно. Я знал, что вы прозумеете герой, воистину герой. Понимаете, то, что было лишь товарищеское испытание ваших способностей. Но вы превозмогли, и отныне ничто не видится вам препятствием. Я собственному читанию посмею преграждать вам путь. Но да сопутствует вам удача, герой. Окей. Засал, убежал. Так, это что? Сохранить. Я уверен, здесь есть кучу различных вещей, моментов там, которых мы пропускаем. Это обязательно. Трон выглядит так, будто пережил немало потрясений. Так, мы сохранились. Хорошо. Так, летим дальше. Тронный зал это был, да? Значит, король совсем близко. Так. Эй, вот и Лансер.
Папа! Лансер, сын мой! Ты выполнил мой приказ по уничтожению светлых? Ну нет, но... Я сделал кое-что даже лучше. Оказывается, нам даже не нужно сражаться с ними. Они сказали, что просто поговорят с тобой и... Они живы? Да, я думаю, что они тебе понравятся. Например, Сьюзи, она очень лиловая, сильная и... Где они? Эмма. Эй, приятно познакомиться. Лансер, Лансер, сын мой. Да, пап. Помнишь, что я тебе наказал? Не привязываться к ним. Тебе не удалось. Они отравили тебя своей сентиментальностью. Опомнись, Лансер, на тебя им плевать. Они лишь хотят запечатать наш прекрасный фонтан. Они просто отбросы. Но нет! Что ты сказал? Отпусти его! Хочешь, чтобы я отпустил его? Тогда как насчет? Либо я отпущу его вниз со скалы. Тяжело. Либо я... Не получается. Либо я отпущу его вниз со скалы, и он разобьется. Либо вы преклонитесь и познаете свое место. Так каков же ваш выбор, светлые? Ну это... Не слушайте его, Сьюзи, он... Смотри, Лансер. Вот что происходит, когда ты дружишь со светлыми. О-о-о, что за... Ты предатель, а ну вернись! Ладно, довольно уже. Кто ты вообще такой? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Для своего народа я герой, а для вас... Злодей. Сейчас мы его размотаем. Битва, короче, с боссом, хорошо. Так, все у нас заряжены. Давай предметы посмотрим. Червопончик, червоточник, крутор, там что-то, превилус. Все у нас там нормально. Лечит команде, все у нас там заебись. Король, что можно? Поговорить, проверить. Так, давай Сьюзи. Магия не получится, хорошо, защита. Сьюзи попыталась поговорить с королем. Лан, послушай. Лансер, мой друг, поэтому если ты нас пропустишь без боя, то... Если я умру, то да будет так. Покажем моему сыну, что за монстр ты на самом деле. Ты так хочешь увидеть, что я могу, а? Воля Сьюзи меняется, разговор превращается в вал и взмах. Как смеете вы вторгаться сюда, светлые? Чего, это все, что ты способен, что ли? Это все, что ты можешь, лошара... Лошара пупкоголова. Так, действие, король. Поговорить. Сьюзи, смотри. Так, магия. Ярый взмах. Нет, подожди, урон не будет. Хорошо, давай. Защита. Райзе пытался поговорить с королем. Может быть, вы не понимаете, но мы живем в мире, в котором никому не надо сражаться. У нас получится решить все миром, надо лишь попробовать. Такие простодушные утверждения. Жаль, что ты уже не успеешь понять свою же наивность. А теперь погибни вместе со светлыми, которыми ты поклоняешься. Простите, но я и мои друзья так легко не сдадимся. Воля Ральза меняется, разговор превратился в парное лечение. Вы что, оставили нас в тенях, лишенных масла? Кто как? О! Ты что, больной, блядь? Что, неадекватный? Смотри, что происходит! О! Смотри, всем урон дал. Паскуда. Действие, король. Лечит всех. Алый урон. Так, хорошо, проверить. Что можно еще? Не знаю, проверить. Рты короля невнятно бормочут. Магия, не знаю, ярый взмах. Я не хочу его убивать. Пощада. Защита. Так, давай, хорошо, подлечим всех. Тридцаточку подлечим. Не, еще рановато, наверное, да? Не будем. Хорошо, защита. Король, забытый светлым, его сердце наполнилось ненавистью. С ним не договориться, но не сдавайтесь. Вы смеете вернуться, дабы мучить нас снова? Жесть, жестко. Слушайте, надо пережить, наверное, все атаки его, я так понимаю. Рты короля невнятно бормочут. Король. Так, алый взмах, парное лечение. Лечит всех. Поговорить. Магия. Не хочу бить его. Защита. Хорошо, у тебя какая магия есть? Исцеление. Усмирение. Король. Вы пытаетесь поговорить с королем.
Замолчи, светоносец! Само твое существование идет против нас. Волею рыцаря я разобью твое сердце на кусочки. Ваша воля меняется, разговор превратился в одушевление. Райс использует усмирение, но противник не был уставшим. Сгиньте, мы наши что-то там. Жесть, вообще что происходит? Это вообще жестко же. Это ж просто жестко. Это не настолько жестко, насколько я знаю, возможно, но... Король. Так, воодушевление. Повышает защиту. Смотри, магия. Нет. Теперь смотри. Делаем, давайте еще хоть что-то съедим, посмотрим. Лечит команде 30 СОЗ. Давай вот это. Так, и вот это вставим в защиту. Вы воодушевили команду. Защита команды повышена на этот ход. Сьюзи использует Треф Двич. Все Куда? Смотри, началось жесть. Началась просто жесть. Вот это жесть, кстати. Вот это, кстати. Вот это жесть, хорош. Так, действие, хорошо, король. Воодушевление. Так, проверить, не знаю, что проверить. Что проверить? Магия. Ярый взмах. Защита. Не знаю, давай, магия. Что еще? Усмирение. Усмирение будем пытаться. Будем пытаться, пока не умрем. Наполнилась ненавистью. С ним не договориться, но не сдавайтесь. Не был уставшим. Так, хорошо. Рыцарю, что выдирает фонтаны из земли. Ух, куда? Смотри, уже что-то другое. О! Вау, holy shit! Тихо. Holy shit. Так, хорошо. Ой, очень много урона, кстати. Действие, король. Воодушевление. Давай вот так, смотри, предмет Сьюзи. Давай, защита. Защита. Не знаю даже, что получится. Хорош вот это. Прикол вот этот свой, хорош. О, блядь, так он же... Ай-яй-яй, смотри, попал, сука. Так, хорошо. Действие, король. Я не знаю, что сделать. Я правда не знаю, что делать. Нам нужно лечиться. Хорошо, ваша душа озарила Ральзе своей силой. Сьюзи использует лансерн-чер, что-то там. А Ральзе использует парное лечение. А зачем? Ага, вы поняли наш новый смысл? Да я, если бы я понимал вообще, что мне делать, я не буду его убивать. Что бы ни случилось, я не должен. Я не должен его убивать. Льется из фонтана. Тьма льется из фонтана. С какого фонтана? Давай, хорошо, воодушевление. Теперь защита. И, видимо, защита. Вы воодушевили команду. Защита команды повышена на этот ход. Скоро этот мир будет погружен... Кстати, слева у нас там такие штуки, смотри. То есть, по сути... Ой, сейчас не буду разговаривать! Тихо. 78. Может, нам нужно максимум? Давай попробуем максимум. Хорошо. Воодушевление. Защита. Защита. 85. Вы воодушевили команду. Так, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Давай не рассказывай сказанки. Вот это я не люблю, кстати. Вот это мне вообще не нравится. Ты посмотри, сука какая. Вот это я прям не люблю. Окей, так, ну он не сильно много урон нанес. Так, смотри, что там? Поле боя грохочет. Действие, король. Давай еще, хорошо, воодушевление. Магия, ярый взмах, не буду. Защита, хорошо, магия. Подожди, я не то нажал. Хорошо, защита, защита, давай еще раз. Пен Макс, вы воодушевили команду, защита команды повышена на этот ход. А теперь хватит болтовни. Пойдите перед цепем правосудия. Оп, тихо. Это что? Оу, это что? Вы что совсем? Что за пиздец? Это жесть. Так, действие, король. Нам нужно... подожди. Так, предметы. Червопончик. Исцеляет вашего союзника. Мята жизни. Хорошо, вот этого давай. Так, магия. Ярый взмах, не буду. Так, пощада. Нет, защита. Хорошо, давай опять защиту будем ставить. Чё? Макс жизни, окей. ПН Макс у меня, видите? А вы не так и слабы, да? Да, я вообще не слаб. Давай мы просто будем жить, сука, в мире и согласии, прошу. Все, жесть, сейчас получу. Вообще жесть, это невозможно. Действие, король. Так, давай подумаем, что можно сделать. Парное лечение. Ну, давай парное лечение, 50%. Магия, ты можешь кроме вот этих... Тихо. Так, отстань. Действие, король. Подожди, парное лечение. Защита. Ваша душа озарила Ральзе своей силой. Ральзе использует парное лечение. Если я продолжу сражаться с вами, то... То... А, тихо! То что будет? Что будет то?
Что? Ну-ка. Может, он устает или я не знаю, что-то там. Хорошо, действие. Король. Подожди, пар... Давай смотри, не так сделаем с тобой, а вот... давай парное лечение, хорошо. Так, магия. Ярый взмах. Кстати, защита. Хорошо. Хиляем всех. Похоже, что... Что похоже? Блять, ну нет, это херня. Пиздец. Все, я сейчас умру. Фух. Действие, король. Парное лечение. Так, уже не... Воодушевление, окей. Предметы, хорошо. Есть что-то... Круть-торт лечит команде 150 узы. Так, лечит... давай, 50... Нету. Читать мне битвы. Что? Руководство? Читать мне битвы? Лечит по-разному. Шок бубна, хорошо. Давай тебя полечим, пусть будешь ты. Так, ты можешь что-то сделать? Усмирение. Вряд ли. Давай попробуем. Король. Вы воодушевили команду, защита команды повышена. Сьюзи использует шоколадную бубну. Ральц использует усмирение, но противник не был уставшим. Да, это понятно. Мой рыцарь, я не подведу вас. Блин, я думал, сейчас все закончится уже. Вот-вот, он начал что-то писать. Типа, если я буду сражаться... Сука. Опа. Достаточно, довольно. Я понял, что вас не победить. Я устал от нашей долгой битвы. Светлый, я... Возможно, я был слишком жесток. Признаюсь, я не всегда был таким. Когда-то светлые и темные жили в гармонии. Тогда и темные могли достичь всего мира. Солгу, если скажу, что я не тоскую по этим дням. Возможно, возможно. 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 Вы трое правы. Пожалуйста, давайте сложим оружие. Должен быть способ решить все мирно. Ну же, Сьюзи. Я рад, что вы поняли, король. Никто из нас не хочет сражаться. Если вы расскажете нам, что именно вас беспокоит, уверен, мы можем быть друзьями. Да, да, друзьями. Звучит прекрасно. Прошу прощения, я не привык так сражаться. Мое тело слабеет. О, ни слова больше. И вот, это должно помочь. Как вы себя чувствуете? Посмотрим. Как никогда лучше. Ты! Я говорил, что можно вставать. Крис! Ай-яй-яй, что, блядь? О, избавьте меня от вашего героизма. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас должен его сын помочь нам. Король недобр. Ты ведь их лидер, так? Итак, какой твой план? Смеясь бросить нас всех назад в забвение? Даже ответить не в силах. Юная душа, дай расскажу секрет. Тихони меня бесят. Эй, отвалил от моего друга. Эх-ха-ха-ха. Или что? Ты меня убьешь? Не. Так и каков твой план? Заговорить меня до смерти? Глупая, светлая. Думаешь, ты сможешь убедить меня в не убивать вас? Не. Но вон они смогут. Лантер? Все? Что все это значит? Прости, папа, теперь ты свергнут. Когда я сказал всем, что ты сражаешься со светлыми, все вспомнили, какими они были добрыми. Они решили вознести короля, что понимает их. Меня. Теперь я буду папой. Идиоты, светлые ваши враги. Глупцы, я убью вас всех. Да, думаю, кому-то нужно проветриться. Иди в свою комнату, пап. Нет! Все норм, Крис. Крис, Сьюзи, ох, я с вами все в порядке. Ага, ему бы потребовалось больше времени, чтобы нас прибить. Крис, Сьюзи, простите. Из-за того, что я вылетел короля, мы почти... Сьюзи, твоя правда, я был глуп, пока думал, что можем быть мягкими ко всем. Это не тот мир, где всегда побеждает доброта, да? Эм, это спорно. Да, иногда есть чуваки, которых можно только избивать, но если никогда не расслабляться, то можно просто навредить тем, кто тебе дорог.
Ау, Сьюзи, ты наконец-то мыслишь как герой. А, не привык, не, что-то там. Ну тогда я, и думаю, вам уже пора домой. Да, думаю, да. А надо ли нам домой? Ну, увидимся. А? Крис, ты хочешь попрощаться со всеми, не так ли? Хех, ну, если сможешь меня остановить, полагаю, мы можем тут чуть задержаться. Идем. Да блин, давай хотя бы с Лансером попрощаемся. А, все, да? Не получается уйти. Да хорошо. Все, идем, идем, идем. Так. Крис, Сьюзи, вы вернулись? Ну, просто Крис хочет попрощаться со всеми. О, на самом деле, все тоже хотели бы попрощаться с вами. Скажите мне, как будете уходить, хорошо? Да, 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 постараемся не пропустить тебя. Ой-ой-ой. Так, молодцы, ребята, теперь мы можем вернуться к своим любимым головоломкам. И спасибо за ваше пожертвование, я смог купить новую шляпу и крем для бритья. А, это кому мы пожертвовали, да? Блудшие, вы просто блудшие. Мячик. Даже маленький мяч способен сказать вам спасибо. Признаться, мы у вас в долгу. Так, это кто? Спасибо вам, теперь я вновь могу быть королевской вешалкой. К слову, я приглашал сюда и Шова, но он сказал, что ему неинтересно. Шов, не знаю кто. Вы абсолютно восхитительны. Так, ты кто? Ботличная брабрата. Так, ну, все хорошо, что хорошо кончается. Черт, коняка, вы нас правда выручили. Теперь все из-за нас, все из нас могут жить в мире, в этом мире. Так. А вы сделали это, вы свергли прогнившего тирана. И я с радостью приму награду за мой вклад в дело. Если только король не появится снова, в таком случае я ни при чем. Изумительный труд, господа. Вам удалось извергнуть тирана, вызволить наш народ. Воистину история не забудет. Сказь о провилюсе карте и трех героях. Хорошо. Так, кто у нас дальше? Так, я верил, что у вас все получится. Хоть я и был вашим врагом, все равно я болел за вас. Вот настолько я ненавижу свою работу. Так. Будущее выглядит приятным, как куча пчелиной рвоты. Это, полагаю, мед. Королевство полно надежды. Надежда, что вы не облажались, это значит благодарность. Приходите ко дню рождения, он скоро будет, если это вообще возможно. Понял, короче, нужен торт. Сердце с гордостью смотрит на вас. Чмок. Нам нужно, короче, сделать торт, вернуть торт. Что вообще происходит? Я все проспал. Вернуть торт, и тогда день рождения отпразднуют. Смотри. Ага, здесь я понял. Так, ты. Мама мимо, какое торжество, прямо требует торта. И на сей раз я выполню его из металла, чтобы никакие звери не смогли бы его съесть. А, то есть... Признаюсь, поначалу мы не знали, кого сделать новым королем. Типа Лансер всегда был то еще за занозой. Но глядя на его отношение к вам, уверен, все будет в порядке. Лансер, дорогой. Так, ты кто? После спасения вами оно выросло в уважении к вам. Ну, технически оно сжалось в уважении к вам. Так, и все тогда. Лансер. Сьюзи, синий человек, имя которого я все время забывал. Теперь я буду говорить другим голосом, потому что у меня уже горло просто не выводит. Я думал, вы уже уходите. Мы шли, но Крис хочет попрощаться, понимаешь? О, действительно, хо-хо-хо, это смешно. Я-то подумал, что ты хотела попрощаться, потому что мы друзья. Что? Ну я не хотела. Так что теперь король, да, ты? Да, и поменял тут некоторые правила. Во-первых, светлые теперь разрешены законом. Во-вторых, тюрьма теперь только для пап. Звучит как невероятно хорошее изменение. Эй, твой отец ведь защищал фонтан, так? Ничего страшного, если с ним что-то случится. Я понятия не имею. Но вам, ребята, я верю. Если что и случится, мы все исправим. Ну, посмотрим, так сказать. Ладно, увидимся. Возвращайся скорее. Для нескольких клоунов место в этом городе точно будет. Так. Так, еще вот. А что насчет нас? Разве мы не должны вновь стать королями? А, мои сокровища не тронуты, можете ступать. Сокровища, да, не тронуты. Так. Мы, животные, решили, что если короли останутся в своих клетках, то ничего страшного. Но им придется надеть уши и носы животных. Хорошо. Так, здесь все закрыто, да? А, мы не можем пройти, смотри. То есть, по сути, видимо, на это все, да? Подожди, а если мы еще раз? И попрощайтесь со своим принцем за меня. Он уходит? Нет, просто он маленький, милый персичек.
С каким принцем? А-а-а! Маленький милый персичек. Так, я уже попрощался, все. Я, видимо, это все, да? Ну, видимо, это все. Видимо, мы закончили, наконец-то, Дельтарун. Дельтарун, первая глава. С этими мы со всеми попрощались. Крис, Сьюзи, вы уходите? Фиг его знает, Крис ведет меня. Ну, если захотим, то пойдем вправо. Сьюзи, Крис, вы уже уходите? Так, ну вот, наверное, это уже конец. Я просто хотел бы сказать, что я правда рад встрече с вами. И, эй, ты можешь перестать бубнить в свою шляпу? Чувак, мы едва тебя слышим. Ох, извините. Крис, Сьюзи, я... Девочка, блядь. Я надеюсь, что мы скоро увидимся. В следующий раз я приготовлю вам много тортиков, хорошо? Вопросы? Ага, конечно, чувак. Валим, да? Пойдем, Крис. Так, друзья, пока мы идем, я думаю, заключительные слова какие-то скажу, что игра бомбезная. То есть она настолько необычная, настолько какая-то непонятная, интересная и вообще восхитительная, что иногда просто задаешься вопросом, а можно ли было сделать вообще такую игру, потому что она по графике там и по всяким моментам, она проста, да, очень проста, но сюжет и то, как здесь проработаны некоторые моменты, это просто восхитительно. Это действительно то, во что стоит поиграть. И вот он фонтан, друзья, тот момент... которого мы так долго ждали. Сьюзи и Крис. Это фонтан. Не знаю почему, но мне кажется, мы наткнулись на что-то очень важное. Правда? Что ж, у нас нет времени на раздумья. Прямо сейчас пора возвращаться домой. Верно, Крис. Стоя перед фонтаном, вы ощутили нечто странное, словно сама ваша душа засияла. Сердце. Это восхитительно. Это просто, у меня нет слов. Это восхитительно, и спасибо большое, что кто мне там посоветует. Вообще, это прекрасная игра. Это прекрасная, чудесная игра, эти головоломки, персонажи как-то, душа, вот очень круто проработана душа Сьюзи, Лансера, Криса. То есть они вот показаны, какие они вот есть. Что случилось? Я ничего не вижу. Эй, осторожнее! А, они наконец выбрались. Что? Заброшенный кабинет? Как мы сюда попали? Эй, Крис! Что это только что было? Типа, это же не сон был, да? Да. В общем, как я уже говорила, давай просто скажем Альфе, что мы Мела не нашли. Нашли. Солнце садится. Все, наверное, уже разошлись по домам. Альфис в следующий раз подумает, прежде чем у нас что-то просить, а? Ну, думаю, нам пора идти. Увидимся, наверное. Крис? Давай вернемся туда завтра, хорошо? Дзинь-дзинь. Крис, где вообще тебя носило? После школы я полчаса подождала тебя в машине, звонила тебе раз за разом, но никто не отвечал. Я очень переживала за тебя. Крис, боюсь, мне придется наказать тебя, а? Друг, вы с другом проводили время вместе? Крис, на этот раз я сделаю исключение. Можешь немного продлить свои приключения, но когда вернешься, ляжешь спать пораньше. Пока, солнышко. Щелк. Так, получается, теперь мы можем ходить по миру. Наверное, это концовка, да? Школа. Подожди, а куда нам надо-то? Продлить свое приключение или что? Кабинет. Да подожди ты. Короче, вроде бы я... Шкафчик закрыт. Вроде бы я уже все сказал, так сказать, отзыв про эту игру. И, грубо говоря, как бы мне добавить-то вам больше нечего. Я думаю, на этом закончим, получается. Получается, мы заканчиваем Дельтарун, по крайней мере, первую главу.
Все, здесь, наверное, я бы не удивился, если бы в ней тут бесконечно что-то было. Так. Ага. Ну тут ничего нет. Ну все, наверное, это концовка, да? Или сюда надо? Дверь закрыта. То есть мы... Дверь закрыта. Так мы никуда не можем пройти, получается. Потому что мы сюда ехали-то на машине. Ну ладно, давай попробуем. Больница. Полиция. Вы постучали в отделение полиции. Кто-то подходит к окну. Кто-то просто закрыл жалюзи. Что случилось? Почему все отцеплено? А здесь, наверное... Эй, сопляк, прочь с дороги. Ты мешаешь движению. Ох, минутку, это же ребенок Асгара. Извини, я немного, заработала сегодня. Эта работа так скучна, в этом городе никогда ничего не происходит. Так, просто хотелось бы... Есть о чем доложить. Альфис, темный мир. Помочь тебе. О, хочешь помочь мне? Конечно, сопляк. Попроси кого-нибудь ограбить банк, чтобы я могла его... Постой, у нас вообще есть банк. Эй, найди... Она спрашивает. У нас вообще есть банк? И найди кого-нибудь, кто посмотрит банк. Больница. Так, а здесь что у нас? А, пап, я не могу просто так взять и признаться ей. О боже, я же умру. Так, нет, что, друзья, я думаю, на этом закончим. Если что, отдельную серию побьем, походим, посмотрим, потому что мы уже достаточно долго снимаем. Собственно, я уже весь отзыв сказал. Эта игра, наверное, на 9 из 10, это 100%. Собственно, спасибо, что посмотрели. С вами, как обычно, был Руслан. Подписывайтесь на YouTube, Telegram, Rutube, Discord. Оценивайте, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик. И всем удачи, всем. Пока.